Участок улицы Пушкина около домов 66 и 68. Строительная компания достраивает жилищный комплекс «Онегин», подключает сети. Пермская сетевая компания заменила теплопровод, а администрация города ремонтирует дорогу. Принципиальный момент – все работы проводятся и должны быть завершены одновременно. Службам у нас одна просьба – напрямую работать со старшими по домам, для того, чтобы не было претензий при сдаче окончательного объекта город-администрации. Принимается. Но я попрошу завершающий этап работы как бы сделать таким образом, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Никто не жаловался по поводу того, что засыпается битым кирпичом или еще чем-то строительным мусором. Тротуары привести полностью в порядок, газоны тоже полностью привести в порядок. Улица Островского. Самые крупные раскопки этого лета проводят здесь ПСК. Реконструируют магистральный теплопровод с полной заменой трубы. Здесь около порядка 1,5 километра общая протяженность участка, которую мы заменим. Это начиная от гипермаркета «Семья», так если брать по крупным мазкам, и кончая улицей Петропавловской. На участке также применен системный подход. Начало ремонта совместили с закрытием северной дамбы, когда движение машин не такое интенсивное. Еще один объект – улица Пермская. Здесь также совмещены по времени дорожный ремонт и подключение нового административного здания к сетям. В целом подрядные организации справляются. Я считаю, что это большой запас на будущее с точки зрения безопасности города, потому что от того, каким образом будут выполнены работы на улице Островского, 60 тысяч жителей города Перми, они запитываются теплом вот по этой тепломагистрали. Принцип синхронизации полностью оправдал себя, считает глава Перми Дмитрий Самойлов. При этом достигается сразу два результата – надежное теплоснабжение и хорошие дороги.